внешняя и внутренняя политика управляется на Украине спецслужбами и американскими, это точно. Фактически сегодня страна оккупирована. На четвертом этаже, на улице Дмитровская, там, где находится здание СБУ, туда не пускают рядовых сотрудников СБУ. Там находятся только разведчики Центрального разведывательного управления. Точно так же они контролируют армию, телефоны, оборудование. Они совершенно чувствуют себя очень вольготно в стране. И, безусловно, все решения, которые принимаются, они согласовываются, направляются и принимаются не на территории Украины.